Неблагодарная любовь верующего к Богу. Бог желает безоговорочной любви от своих детей. Бог желает безоговорочной любви от своих детей. Он хочет, чтобы мы служили Ему без скрытых намерений. Он благословит нас, если мы будем хорошо служить Ему, но наше служение не должно основываться исключительно на любой милости, которую мы намерены получить. Мотив служения христиан должен быть аналогичен тому, что сказал в Священном Писании пророк Хабакук, и хотя смоковница не может свести, и плода не будет на виноградных лозах, и хотя труд оливкового дерева может закончиться, и поля не дадут пищи. И хотя стадо может быть отсечено от складки, и нет стада в прилавках, и буду радоваться в Господе, буду радоваться в Боге спасения моего. «Господь Бог — сила моя, Он сделает ноги мои, как оленьи ноги, и Он заставит меня ходить по высоким холмам моим» Хабакук 3, 17-19. Урок. Христиане ничем не отличаются от других людей, у нас есть собственное прошлое, сладкое и кислое. Тем временем Христос нашел нас, очистил и спас. Конечно, нам все еще может не хватать того или иного, но наш мотив служения Богу должен быть безусловным некоторые обстоятельства могли бы приблизить нас к Богу. Но эти обстоятельства стали второстепенными. Наш основной мотив – безоговорочное служение Богу. Христиане должны служить Богу, идет ли дождь или светит. Мы должны красиво служить Богу, хорошо это или плохо, вне зависимости от того, что нас окружает. Дети Божьи не могут позволить себе стать одержимыми своими проблемами и позволить им вступить в отношения с Богом. Дитя Божье должно оставаться преданным Богу, независимо от того, оправданы его ожидания или нет. Однако наш Небесный Отец всегда способен и силен угодить нам. Он будет удовлетворять наши потребности и удовлетворять нас, если мы сможем доказать непоколебимую и безоговорочную любовь к Нему. Молитва «Господи, хватит играть с Тобой в игры». Я решительно настроен на серьезное отношение с Тобой. Я не буду служить тебе только за то, что собираюсь получить, но буду служить тебе безоговорочно. Я буду посвящать свое время и энергию пению прекрасных песен и искренне молиться во имя Твоего святого имени. Я буду служить вам, делиться своим Евангелием и поддерживать тех, кто им делится. Я позволю Вашему Святому Духу учить и вести меня к истине священного писания. И снова я объявляю, что я продал свое полное сердце за Тебя, Иисус моя верность и безусловная любовь останутся только для вас. Мои признания остаются действительными сегодня, завтра и вовеки. Ибо во имя Иисуса Христа я даю свои заверения. Аминь.